Дорогие женщины, от всей души искренне поздравляю всех с наступающим праздником весны и радости, с Международным женским днем 8 марта. Пусть этот день принесет вам счастье, здоровье, веру в завтрашний день, мир и добро. Пусть сбудутся все ваши надежды и ожидания, и будет больше радости в вашей жизни. Наступил он праздник же у меня, пожар в душе, на житейском вираже, всюду же, сплошные же, в норке, в платье, в неглиже. Очень я люблю вас же, дорогие наши же, поздравляем вас уже. В этот прекрасный день, 8 марта, праздник всех женщин, а также праздники мужчин, потому что мы рады, когда вам хорошо, мы рады, когда вы улыбаетесь, мы рады, когда вы счастливы. И это должен делать мужчина, создавать условия. Но прежде всего, мы сегодня славим женщину-мать, мать, которая сегодня дала жизнь Вселенной, дала жизнь людям, мать, которая согреет, любимая, которая приголубит, дети и внуки, которые радуют. Будьте счастливы, любимы и любите. Праздник уже витает в воздухе. Под лирические мотивы дамы и их почитатели собираются в концертном зале. Об истории праздника и революционерке Кларе Цеткин уже мало кто вспоминает. Зато в эти мартовские дни с удовольствием чтят всех женщин. Не случайно ведущие праздника – мужчины. Ведь из их уст комплименты и слова любви звучат более убедительно. Песни и танцы в исполнении талантливых артистов чередуются с поздравлениями. Милым дамам адресуют теплые слова, зачитывают приветственный адрес главы города, делятся личными наблюдениями. Мне кажется, любовь приднестровских мужчин, она безмерна. А почему? Международный женский день празднуется во многих странах, но не во многих странах это выходной день. Наши мужчины пошли дальше. В этом году они объявили приднестровскую женскую пятидневку. И вы знаете, вы это заслужили, милые дамы. Это удивительный праздник, потому что в течение всей своей жизни мы его проводим с ощущением особой теплоты, душевности. Наверное, потому что с детства этот праздник является олицетворением прихода весны, нежности, любви, праздником пробуждения жизни. В этот день мы доказываем свою любовь и уважение прекрасной половине нашего человечества, вам, дорогие женщины. И в этот день мы говорим вам слова глубокой благодарности. Ради вас мы готовы идти на подвиг. Ну и, конечно, милым женщинам красивые песни о любви. Сегодня все концертные номера подобраны соответственно случаю. Танцоры демонстрируют грацию и пластику. Артисты цирка – гибкость тела. И в праздник Мерцишор – народные мотивы. С любовью к женщине – квинтет настоящих мужчин. Глади туда доски, все гули, по тьма, что поет носки. Слежены, хорошо, что ни говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Оркестр народной музыки «Стругураш», ансамбль бального танца «Феерия», народный цирк «Юность». Каждый из выступающих дарил зрителям частичку своего тепла, а вместе с ним и праздничное настроение. К слову, не обошлось и без сюрпризов. Сегодня разыграны несколько сертификатов на театральное представление. Жанна Настас, Татьяна Погожева, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.